Едем, ребята, к монастырю поближе. Хочу показать крест. Он 25 метров высотой. Он специально стоит. И вот видите, как здесь, какая красота. Это вот такой маленький городок себе построили. Монастырский городок. Подожди, там уже внизу не будет видно так. Или там есть где? Сейчас едем вниз, посмотрим. Ага. Вот здесь живут, я же говорила, что он действующий монастырь. Здесь живет матушка и монашки. Здесь уже территория такая. А здесь шлагбаум. Ну и что? Он открыт. Вон они. Они туда молиться, наверное, ходят. Да, туда можно, наверное, идти, да? Ну да, там же говорят, купель есть. Можно туда и пройти. Видишь, люди идут. На территорию монастыря. Сейчас мы зайдем туда тоже. Пойдем в монастырскую лавку. Библиотека есть. Монастырская травница. Да, аптека, наверное. Травница, фитотравница, фототравница. Молитвы идет молебен или что-то. Находимся на территории монастыря. Княгиня Елизаветы.
куче подобной княгини Елисаветы. Вот такие у нас. Еще что-то строят. Да, большая территория. Крест какой? Самый большой крест. 25 метров высоты. Так что у нас здесь действующий. Кому надо, приезжайте. Кто хочет уйти в монастырь, приезжайте. Милости просим. Милости просим. Монастырь женский. Так вот. Ну все, ребята, показала вам, рассказала. Очень холодно. Руки замерзли. До свидания. Подписывайтесь. Заходите в гости.